Помните, судьба персонажей зависит от вас. Они могут погибнуть. Так что будьте осторожны. С каких пор сюда андроидов пускают? Чего смотришь? Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Теперь мы можем идти. Шлепок! Не знаю, что мешает мне дать тебе в морду. Ваше чувство долга, лейтенант. А также стоимость моего ремонта. К сведению, я очень дорогая модель. Чего дошел прогресс? Какая прекрасная эмуляция говнюка. Мне пора. Долг зовет. По инструкции я должен сопровождать вас на месте преступления. Слышь, мне насрать на твои инструкции. Я велел ждать здесь. Значит, заткни пасть и жди здесь. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю.
доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что? У тебя теперь свой андроид, да? Очень смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще... Че, ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы — Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему... никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Но в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня.
Напишет. Это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Красный лёд. Вот. Наш друг Карлос умел тянуться. Крис, мне нужен... Полный анализ на наркотики. Будет сделано, лейтенант. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Едет он. Уже скоро. Будет.
Ребят, давайте побыстрее. И не всю же ночь тут торчать. Уж поверь, нам всем охота свалить. Отсюда как можно раньше. Или ножом. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида? Это подтверждают. А потом? Андроид бросил стул. Нет, не может быть. Улики говорят о другом. Человек ударил его ножом. Да это бред собачий. Опираться надо на факты. Андроид ударил жертву ножом.
То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал. В гостиную. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву. Нашел. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. Куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. О, кое-что проверить.
мутишь наверху. Лейтенант, он здесь. Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда. Живей! Ужин готов. Да, да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Свет хоть включи! Ни хера не видно! Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь... Да хватит метаться туда-сюда! Задолбало уже! Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила! Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись, я сказал! Это все из-за нее, это ясно как день. Я ее проучу, она у меня сейчас за все огребет. Сама напросилась. Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз.
взяла и свалила от меня, шлюха. Жить нормально. Подлавить семья, но нет! Прекратите! Ты что, охренела? Убери пушку и вали отсюда! Это приказ! Нет! Оставьте ее в покое! Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? А что ты сделаешь? Типа ты в меня выстрелишь? В человека, да? Ты, кажется, поломалась. Ну ничего, сейчас починим. Ты будешь подчиняться!